Димон. А? Скажи, пожалуйста. Че? Надо было сечение посмотреть этого. Мрамора. Кого посмотреть? Мрамора, сечение. Не мягкое, не крупное. Можешь посмотреть? Я ничего не понял. Еще раз. Крошка для мрамора. А, ты будешь это делать? Будет такое крупное, крупного такого помола. Да, вот. А ты уже намолол, нет, под мрамор-то? Да, нет. Ты будешь этот мраморную доску, да, делать? Смотри, мне кажется, что-то... Мне кажется, крупно. Ну, как бы большие будут достаточно кусочки. Ну, тут будет, а что? Ну, будут большие, как бы мрамор разный бывает. Бывает с мелкой дисперсией, бывает с крупной. Я вот единственное, что смотри, молочный и черный почти не отличаются. Надо было подкрасить, нет? А это оно здесь не отличается. Думаешь? Да. А оно же тебе все посидело. Когда ты это отшлифуешь, мрамор, то будет все хорошо. Нормально, да? В общем, смотри, я взял тогда по килограмму записал. Давай. Это. Что-то большой, да, получился? Цветок-то? Да. Ну, нормально, мне кажется. Большой. Большой, конечно. Большой. Да, он даже не на цветок похож, он похож на что-то такое. Большой вообще. Ну, ты не забудь, что он будет... Не так, смотреть на него не так будет. Он будет. Ну, в композиции он, конечно, будет по-другому как-то выглядеть. Да, по идее, он должен. Ай, бля. Оторвался. Вот где-то вот на этом уровне он будет. Так где-то. А тут еще бамбук. Ну да, когда он будет наверху, будет по-другому выглядеть. То есть вот палка будет такая, да? Да, ну, как бы да, тут будет стоять на этом, блядь. Мешевать, да? Ну да. Ну, посмотрите, как это. Ты взял спаркл? Ага, спаркл взял. Чисто его попробовать подкрасить. Не самая удачная кисточка, конечно. Может, тебе кисточку принести? Да, есть? Да, сейчас принесу. Пользуясь случаем, попиарю новые формочки для шоколада. Вот такие вот формочки под плитки пришли. Не все, да, Наташ? Нет. У них, правда, есть недостаток, у них глубина не очень толстая, поэтому плиточки будут получаться довольно тонкие. Ну, в общем, еще Наташа говорит, есть какие-то плитки, но они пока не выложены. И цена на них 155 рублей. Вот за такую плитку. Так... Сейчас, да, Саня, дам тебе кисточку нормальную. Так, на. Это супер кисточка. Да, я вижу. Ты любишь искать такие вещи, да? Да. Вы любите искать. Вот так вот, в стороночку. Вот раз, все, там где сколько надо, по чуть-чуть. Ну что тебе не нравится? Ну. Сейчас мы его покроем нормально. Давай. Даже не надо покрывать весь. Да, вот так только эти. Рельеф, да, ты хочешь выделить? Да, да, я бы его еще протер чуть-чуть. Тряпочкой потом, да? Ну да, но вот. Хрупкой, наверное, не будет. Нормально. Ну, видишь? Ага. Да, слушай, даже на камере видно. Прикольно. Плохо то, что он будет сверху, и никто это видеть не будет. Ну, вдруг кто-нибудь подпрыгнет. Зиру, ладно. Он, кстати, не дал подтверждения. Да, то есть он не придет, что ли? Не знаю, ну, то есть подтверждения не было, значит, возможно, что не придет. Слушай, ну, не знаю, как-то так. А Эдик? Эдик, да, 100%. Еще. Лена Сучкова дала подтверждение 100%, что будет. Mm. И... Мне кажется, что судей больше... И чем... Колесникова. Судей больше, чем... Я тебе скажу даже больше, что мы дадим потом на дегустацию этим самым журналистам, чтобы они еще оценили свою независимую оценку. То есть мы еще и перепроверим жюри. Не 50 конфет делаем. Ну,
Ну там, я думаю, что не все, наверное, будут дегустировать, да, но побольше хуже-то не будет. Знаешь, я бы что, я бы покрыл. Ну, я тебе, кстати, скажу, я тебе перебью, Саня, прости. Да. У тебя, вот, я уже второй раз это отмечаю, у тебя с Лукером удается поработать так, видимо, ты его уже просек настолько, что у тебя получается его изменять так, как тебе надо. Так, я уже сегодня ребятам говорил, что сделать что-нибудь из одного вида шоколада, это, я не знаю, наверное, надо быть настолько там профессионалом. В лучшем случае, и не только с этим шоколадом, вообще, в принципе, в лучшем случае, два вида шоколада. В любом случае, даже если это черный шоколад, лучше разную процентовку, разный какао-бобот, может быть, тогда будет более так гладко. Мягкий вкус, да? Мягко, да. Потому что, ну, тут, как бы, тут однозначно молочный и черный, это, как бы, там даже думать нечего. Хороший тандем, да, получается? Только два, да, минимум два. Ну что? Ну да, он заиграл уже так. А с другой стороны, бы его покрыть там чем-нибудь мутным, может быть там... Слушай, а не переусердствуем, нет? Нет, с другой стороны, я имею в виду стой. Ну? Ну, чтобы оттенить его. Может быть. Не думаешь, нет. Может быть, уже будет лишнее, да? Да, ладно, можно и так, в принципе, оставить, нет проблем. Высокую только, постамент не делать высокий, чтобы можно было увидеть? Он уже рассчитан где-то вот там. Ну, мне кажется, нормально будет. Так, вот так заканчивается здесь, будет уже диск постановочный, и тут будет... Ну, в общем, высокие люди, я думаю, увидят. Да, я просто не хотел его таким широким делать, видишь, пробовал. И, в принципе, если будет время, я его переделаю на более низкий. Я имею в виду цветок. Ну, на более собранный. Угу. Это он получился такой же, блин, старый, как это. Увядающий уже цветок. Да. Слушай, хорошая это. Кисточка, ты заценил, да, кисточку? Кисточка и золото. И кандурин тоже. Но это новый кандурин, такого еще, кстати, ни у кого нет. Спаркл называется. Да, потому что, видишь, у него довольно крупное сечение. Да, и он не ложится. Тот, который мелкий, он прям лег, его ни хрен оттуда оторвешь. А этот прям ложится так. Можно смахнуть еще, да, частично? Да, да. И из-за того, что большое сечение у него, он больше блестит, переливается. Слушай, а где ты эти формочки покупал? Это в Иноксе, по-моему. А, у Светы в Иноксе? Да. Ну, вот. Инокс? Или в Иноксе, или в... Или в Анкаде? Не, в Агабейкере еще. А, в Агабейкере? Такие точно не смогу быть, я не помню, где они. На правах рекламы мы отпиарили. Ты Инокс, Светлана. Конечно. Ну да, не, ну я как бы это в YouTube выложу, а на сайте Шоколатье потом ссылочку сброшу. Ну, чтобы народ-то знал, что мы тут делаем, как живем. Да, что происходит. Можно подготовить курс для начинающих Шоколатье, да. Которых... Первая ступень арт работ шоколада. Ну да. Там. Тоже видишь, мне не получается, надо сбивать. Угу. Ну ладно, больше не будем, в общем, мусс парить, уже 8 минут наснимал, мне кажется, хватит. Угу. Все, на сегодня хорош.